Наконец-то я засняла цветение палмс. Наверное, из трех бутонов это первый, кто зацвел у меня сегодня. Тогда, когда я не на работе. Вот. Предыдущее цветение не показывала. Я показывала просто в своей группе и на своей странице на Фейсбуке и ВКонтакте. Ссылки там есть все. В этот раз, видите, он у меня вот такой вот, больше красно-белого есть посерединке. Такой пестролистненький, прикольный. Такой прям радует. Такой вот красавчик. Сорт я сейчас покажу. Вот название сорта. Крис Гарден Роуз оф Палмс. Не знаю почему, но я тащусь от этого сорта. Я его очень-очень давно хотела. Извиняюсь за шум, у меня просто проходит трасса постоянная. Очень долго я хотела этот сорт, очень-очень. Наконец-то моя мечта сбылась. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне прям вот, для меня вот прям вот долгожданный этот сорт. Такой вот красавчик. Тут у него еще бутончик есть. Вот, и там еще растет. Ни одного бутона он лишнего не скинул. Он все прекрасно отстоял даже в дикую жару. У нас сейчас жара плюс 35, и он не сбросил ни одного бутона, он прекрасно их выдерживает. То есть прям достойный такой малый. Он у меня еще, правда, небольшой. Мне достался он небольшим череночком, поэтому он еще пока что у меня вот, ну вот, такой маленький. Вот здесь вот прививочка получается. Вот она, прививочка. Ну и вот он, вот, сам цветочек. Поэтому пока он мне еще молоденький, старается как может. Такой вот красавчик.